В продолжении темы причиной беды может стать даже некошенная трава в черте города. Этот вопрос на контроле сотрудников горзеленхозстроя. Сейчас они ведут плановую работу по покосу травы и благоустройству территорий. Привести газоны в порядок они намерены уже ко дню города. В каждом районе города покос ведется на основных объектах. Мы приводим в эстетический вид газоны. Значит, основная масса газонов будет выкошена, конечно же, в Кировском районе.